Друзья, приветствую! Наверное, вы обратили внимание, что последние несколько дней я не выкладывал видео на своем канале на YouTube. Честно говоря, я даже забил на социальные сети и не на все письма успевал ответить по электронной почте. Дело в том, что я решил это время посвятить своей семье, жене, детям и вот этому маленькому богатырю. Он родился у нас 10 дней назад, 2 марта. Мы назвали его Павлом. И сейчас я уже буду находить больше времени и возможностей для того, чтобы продолжать записывать видео на канал, радовать вас своими записями и полезными советами. Я с удовольствием приму ваши поздравления, как в комментариях. Также, если кто-то хочет прислать какой-то подарок, я оставлю адрес, где мы находимся сейчас в Индии, и реквизиты. Вы можете также перевести определенное количество средств, если у вас на это есть желание, таким образом поздравив нашу семью. А мы с вами уже увидимся в ближайшие дни. Я написал одну композицию, наиграю ее для вас. И будем продолжать таким образом сотрудничать посредством видео через YouTube. Спасибо, пока-пока. Все, как получилось, так и